Привет! Это канал Софикошка. Привет, друзья! Привет! Вы на канале Софикошки. И Софикота. Мяу, мяу. Что мы сегодня будем делать с тобой? Как развлекаться? Мы сегодня поиграем в одну с Софикотом настольную игру. Какую? Ой, как интересно. Я люблю игры. Пробуши, Софикотка. Что там упало? Она там что-то разбила. Которая называется... Читаешь? Она называется... Лили-бу-бу-бу-бу-бу. Во, прочел. Лили-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я язык запутался. Лила-бу. Лила-бу прочитала. Что это такое за игра, которую не выберешь? У меня вот язык запутался, видите, весь тут. Вот он запутался там. Запутался и все, весь узлом. Скажи. А где ты эту игру взяла? В Икее. И как в нее играть? Как объяснить? Раскладываем вот так карточки. Можно по 4, можно по 8, как хочешь. Раскладываем и открываем любые две карточки. Вот, например, вот эти две. Запоминаем их и закрываем. И если другой игрок открыл карточку, которая была, он ей по памяти должен открыть вторую. Если этого угадал, то забираешь себе две карточки к себе. Не угадал, обратно. Что-то я ничего не понял. Походу игры разбила. Ты что-то хотел? А карточки вкусные? Они картонные. Ух ты, она тут уже разложила все карточки, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, я ж вот я считать не умею. Их тут примерно, слушай, 34. Начинаем игру. Я открываю любые две карточки. Вот эти. Я их угадываю, они две одинаковые. И забираю к себе. Кажется, нас обманывают. Она сразу угадала и забрала две карточки. Ты что было специально? Ходи. Так, 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 теперь я. И это, и это. Нет, не угадал. Переворачиваю. Хожу я. Просто закон подлости. Покажи. Две коровы, две коровы. Это не для котиков игра, котики не такие умные, как эти вот девочки всякие. Так, надо новое что-то выбрать, надо хотя бы одну угадать. Ты еще вырвешь? Сейчас понюхаю. Эх, они ничем не пахнут, все пахнут одинаково. Так это картон. Торт! Торт! Ура, я угадал! Ура! Так, что-то я проигрываю, у меня так карточек мало. Думай, Софикот, думай, 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 думай. Оп, оп, опять нет. Ура! Ура! Я тоже угадал! Я угадал! Но я тоже собрала вот сколько карточек. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре. У меня пять пар. 12. Я проиграл. Очень жаль. Ну все, всем пока. Я пошел плакать. Ты что делаешь? Все, я плакать пошел. Я проиграл. Пока-пока, друзья. Пока.